last speaker in this session is Dr. Svetozar Postić. He's associate professor from Vilnius University. Research interests are comparative literature, literature theory, cultural studies, and intercultural communication. And Dr. Postić had the blessing to spend the time with Elder Tadeusz of Vitomica in the 90s, and he follows his spiritual advice up to so far. Please, Dr. Postić. Я очень благодарен за ваше приглашение и что, за возможность присутствовать здесь. Осенью 1990 года, когда мне было 20 лет, мне посчастливилось побывать у архимандрита Фадея Витовицкого, знаменитого старца. Моя дорога в монастырь, в маленькое село. И нам, когда я пустился в путь со своим братом-близнецом, нам посоветовали обратиться и посетить старца Фадея, и предварительно посетить его духовного отца и спросить у него совета. Мы слышали до того о старце Фадея от друга, чья мать вернулась только что из посещения, и она хвалила этого чудного монаха. И мы подумали, что это как будет, мы сможем принять свои решения, которые для нас были очень важны. И вместо того, чтобы ждать в Витовнице автобус, мы решили конечный отрезок нашего пути пройти пешком. И когда мы подошли к маленькому селу, открылся прекрасный вид, мы увидели белоснежный монастырь, и мы увидели источник, как бил источник, который превратился в реку, и он тек вокруг всего села. Когда мы взобрались на гору и дошли до монастыря, мы встретили только одного человека, невысокого монаха, с широкой улыбкой. Он ждал нас, и один из нас спросил, сможет ли нас привести к старцу Фадею, но у нас было уже чувство, что мы с ними разговариваем. Он предложил нам присесть под деревьями, откуда открывался вид на ложбину, и очень смиренно и терпеливо он выслушал нас, когда мы несколько слов рассказали о нашем замешательстве и внутренних конфликтах. За этим последовал с его стороны монолог длительностью полтора часа, изредка прерывающий. Он не смотрел на нас, только иногда он бросал на нас взгляд, и мы видели его излучающую любовь улыбку. Мы его слушали, иногда смеясь, иногда слеза катилась по нашим щекам, и мы почувствовали, как бы кто-то снял темную пелену с наших душ заблудившихся. Он рассказывал нам истории, которые начинались словами: «Вот здесь жил один мужчина, который, или я знал одну женщину». Но мы понимали, что все эти истории были направлены на наши проблемы, и эти истории западали нам прямо в душу. И впервые в жизни Божья воля открывалась для нас подобным образом. И после этой беседы у меня было ощущение, что я хотела обнять весь мир. Старец предложил, чтобы мы заночевали в монастыре, чтобы участвовать в литургии, но мы
получив его благословение, мы ринулись вниз с горы и попрощались и поехали домой. Старец не посоветовал нам принимать иноческий постриг, как мы хотели, так как мы не... Старец сказал нам, что мы не получили благословение своих родителей. А во-вторых, он сказал, что в Сербии произошла быстрая деградация монастырской как бы, жизни, и только в редких из них велась духовная борьба. Он сказал, что легче найти духовную личность в миру, чем в монастыре. Он посоветовал нам быть иноками в миру. И он предупредил нас об опасности восточных учений и религий, которым он чувствовал, что мы соблазнялись. Он сказал, что истинная цель православного христианства – это не чудеса и какое-то внутреннее просветление, а достижение внутреннего покоя посредством молитвы и стремления. После этой первой встречи меня посетила небывалая доселе эйфория. Все казалось очень ясным и понятным. Но, к сожалению, это событие не привело меня к церковной жизни в соответствии с божественными заповедями. Но это уже другая история. Моя вторая встреча произошла в конце 90-х годов. Он уже был болен и больной, даже хотел отправить нас обратно, но все же мы встретились с ним в его скромной спальне. Он слегка выговорил нас, но это первая наша беседа была так же благодатна, как и предыдущая. Я спросил у него, у нас была очень сложная ситуация этническая в стране, я спросил, какова будет судьба нашего народа. И он ответил, что если хорваты не перестанут преследование сербов, то они дорого за это заплатят. В следующий раз, когда я уже побывал в Витовнице, это было после смерти старца. В 2003 году я молился на его могиле, зажег свечу. И тот монах, которого встретил в его церкви, он никогда не встречал старца. Последующие месяцы... После этих встреч, наших первых встреч, мне не хотелось беспокоить его своими незначительными проблемами, и мы с братом вернулись в Штаты, чтобы закончить свою учебу. И я слышала, что только что мне сказали, что старец жил где-то неподалеку от Нового Сада. Он разговаривал только с духовенством, и что его пребывание в этом доме было связано с каким-то плохим обращением и плохим обращением со стороны церковных авторитетов. И старец принял это все в большом смирении. Я не знаю, есть ли такие старцы еще в Сербии или даже во всем мире, но я смог свидетельствовать, как старец Фадей был истинный носитель Святого Духа. Он помог тысячам посетителей. У него было и дар предвидения. За свою безоговорочную преданность и неустанные труды на благо ближнего он снискал от Бога много даров. И он является истинным заступником в небесах. В последние десятилетия очень много появилось книг о его жизни и его книг. Самая известная из них – это «Радость и покой в Духе Святом», где он говорит о том, как он переживал духовный покой и как он пытался его передать другим. И когда я в университете уже изучал труды Михаила Бахтина, русского философа 20-х годов, я вспомнил эти, я встретил, помню понятие. В то время, когда философствование и представители духовенства еще не преследовались в молодом советском
государстве. Бахтин и его друзья устраивали философские вечера, цель которых была пересмотреть все категории современной мысли в рамках русской православной традиции. В его самом главном труде этого периода «Проблема обоснованного покоя», в котором он описывает задачу философии религии, Бахтин анализирует состояние мытаря из евангельской притчи, который не видит причину своего оправдания в себе самом, как это делает фарисей, а полностью надеется на Бога, то есть на воплощенного третьего. Он определяет обоснованный покой как состояние, которого можно добиться через отказ от самонадеянности и, пережив период беспокойства и покаяния, прийти в состояние доверия к Богу. Я цитирую. «Где для нравственного сознания два человека, там для религиозного сознания есть третий, возможный оценивающий. Вообразим религиозно правого мытаря, который имманентизировал бы своего оправдания. Он сразу стал бы неправ. Таким образом, оправдание его возможно только воплощенным третьим. Между тем, фарисей усвоил в себя это третье сознание. Мытарь же разомкнул возможный миф о своей личности через третьего. Также ребенок, говоря «ручка», очевидно, получает свою ценность от матери. Самостоятельно ценностного самосознания у него нет. Также извне идут оценки меня в государственной регистрации, в быте. Мне дают место за столом. При догматическом затвердении это дает мифологема естественного права. Также приобретаю и оценку свою в жениховстве, невестности души, то есть в любви другого». Конец цитаты. И второе важное понятие нравственной философии Бахтина – это событие. Этот термин «бытие» слишком абстрактный. Он далек от нашей повседневной жизни. А событие отражает наше участие в конкретной ситуации и предполагает ответственность за наши действия. И также значимо, что префикс «со» указывает в русском языке на участие в действии другого существа, такие как сотрудник, собеседник, и тем самым предполагает сотрудничество или любовь к ближнему. И опять же я процитирую Бахтина: «Форма, в которой живет религиозное сознание, есть событие. Это первый шаг установки религиозного сознания. Но двойственность понятия события вытесняется из сравнения события, например, исторического с событием, личным и интимным. В событии интимным главным является причастность моя. И вот религиозное событие явно принадлежит этой категории причастности. Я нахожусь в бытии, как в событии. Я причастен в единственной точке свершения. Религиозная непроницаемость вовсе не есть физическая. Моя неизгладимость, неуничтожимость моего единственного места в бытии, по аналогии с непроницаемостью физической, догматическая метафизика превращает ее в субстанциональную, между тем, как она есть только событийная причастность. И вот сознание ее и есть совесть, то есть долженствование не нравственное, а единственное. Никто, кроме меня, во всем мире не может совершить того, что должен совершить я. Конец цитаты. Слово «причастность» здесь используется не случайно. Оно указывает на причастие, ясно различает принятие тела и крови нашего Спасителя и лишь общее верование без причастности к церковной жизни, в центре которой находится Святая Евхаристия. В
В этой же короткой лекции Бахтин знакомит нас с концепцией покаяния, где роль оценивающего нашу душу перемещена вне нас и смиряется с тем, что Он, Бог, есть путь, ведущий к обоснованному покою. Цитата. «Истинное бытие Духа начинается только тогда, когда начинается покаяние, то есть принципиальное несовпадение. Все, что может быть ценным, все находится вне меня. Я есть только отрицательная инстанция, только вместилище зла. Нащупать, наконец, свое бытие по-настоящему, дойти, наконец, до воистину реальности своей личности, отбросить все мифологемы о ней. Я бесконечно плох, но кому-то нужно, чтобы я был хорош. Каясь, и именно, я именно устанавливаю того, в ком я устанавливаю свой грех. Это и есть обоснованный покой, не выдумывающий ничего. Спокойствие может быть либо самодовольство, либо доверие. От покоя самодовольства, то есть покоя эстетической мифологемы, должно освободить меня именно беспокойство, которое через покаяние станет доверием». Итак, для Бахтина обоснованный покой достижим через самоотречение, покаяние и следующее за ним доверие к Богу. Бахтин отвергает монолог, который содержится в разделении мира бесконечных теоретических возможностей и мира конкретных исторических реалий. Он заменяет его на диалог с другим, а идеальный образ другого для него – это воплотившийся милостивый другой, то есть Христос. Во Христе он находит наивысший голос для диалога, который достижим для субъекта через божественные энергии, являясь конкретной манифестацией абстрактных идей. С его помощью мы видим божественность в других людях и можем вступать с ними в сосредоточенный диалог. Для Бахтина тело так же свято, как и душа, и дух – это лишь окольный путь, обманывающий смерть и позволяющий душе жить вечно. Такое возвышение диалога предполагает видение человека как совокупности человеческого и божественного. Открытый диалог с божественным принципом, как с другим, делает возможность теосис, обожествление человека. А отрицание духа приводит к бесконечной моноглосии и к заключению человеческой души. Старец Фадей, который полагался на свой духовный опыт, а также учение святых отцов, также говорит похожими словами о покое. И он говорит о покое, который дает милостивый Бог в ответ на молитву. И цитирую, мы живем в мире как под эпитимией. Мы должны достичь божественного покоя. Никто не может, кроме Бога, нам его дать. И Бог единственно дарует покой всему созданию. И если мы хотим объединиться с ним и чтобы принять его в свое сердце, и наше желание быть объединенными с его волей дает нам радость жизни. Так старец Фадей нашел покой через Христа, приняв его любовь. И он говорит в одном из своих проповедей «Мир и радость от Бога». Так это величайшие сокровища, и как в этом, так в ином мире. Мы все жаждем их. Если у нас нет внутреннего покоя, то нет у нас ничего. Так как покой происходит от единственного источника покоя, от Господа. И когда Господь встретил своих последователей, Он встретил их приветствием «Мир вам». Mm.
Покаяние означает полное обращение к истинному добру всем своим сердцем, всем своим существом, всеми своими мыслями. Еще больше мы можем сказать своей жизнью, нежели своими словами, говорит старец Фадей. Это как это похоже пример как событие у Бахтина. Когда мы видим смиренную душу, которая не таит зла, которая не знает, как иметь злых мыслей, не карает, не судит, не таит злобы, даже если ее оскорбляют. Такая душа является живой пример. И мы хотим быть похожим на такого человека. Мы видим, что в таком смиренном и спокойном сердце нет места для зла. Она может быть окружена беспокойством снаружи, но это беспокойство не нарушает покоя его души. Понятие божественного покоя мы видим и в Евангелии от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — говорит Господь. Итак, в начале своей карьеры Бахтин испытал влияние немецкого индивидуализма и неокантианизма. Он соединил теологическую и философскую терминологию. И после своего преследования, наказания и заключения, и высылки, христианские мотивы стали более скрыты в его трудах, но смысл его мысли оставался христианским. В наши дни отступничество и царство Мамоны, где мы чувствуем, что зло кажется очень сильным и повсеместным, мы должны любым способом привести заблудшие души на путь истинный. И часто мы можем направить эти души на путь истинный через личный и живой пример. В то время, когда в Сербии происходили и бомбежки НАТО, и экономические беспорядки, старец Фадей подавал надежду людям и свидетельство о том, что мы здесь не для того, чтобы получать удовольствие и для страданий и борьбы, и воскресения из мертвых. Спасибо большое. У нас есть вопрос? Есть вопрос у кого-нибудь? Если вопросов нет, то я хотел бы сказать кое-что, о чем мы и раньше говорили, что связано со старцем Феофаном и с надеждой, как он дал людям надежду. Я уже у двух человек, от двух людей слышал, что у него случилось нервный припадок случился, и у него была, с одной стороны, очень большая ответственность. Ему было сложно смотреть на то, как жители монастыря ругались между собой. И это так на него повлияло, что он внутренне сломался, получил... У него было два инфаркта, но это уже позже. Но когда он решил
поделиться всеми своими проблемами с Богом и с Богородицей. Ему удалось выйти из этой ситуации. Он даже увидел во сне, что он должен доверить все свои заботы тем, кто может справиться с этими заботами. Так что, когда святой пережил вот эти все тяжелые испытания, он чувствует, что он не может все это исполнить, что он должен исполнить, не может нести свою ответственность. Это должен быть знак для нас всех о надежде, что мы тоже справимся с теми ситуациями, в которые мы попадаем, и, скорее всего, они не такие сложные, как его ситуация, но которые кажутся нам очень тяжелыми. Спасибо.